Что это? Попрыгунчики. Не надо! Какие-то очень странные налетчики. В народе их прозвали попрыгунчиками. Я возьму это дело. Но работать вы будете в паре. Но он же из царской полиции. Руки! И у него есть чему поучиться. Там они сильнее нас. Там они дома. Поверьте, я очень за вас переживаю и не прощу себе, если с вами что-то произойдет. Я твое буржуйское нутро за версту чую. Вот если твоя затея-то провалится, я тебя подрев трибунала дам. Вы нам операцию сорвали! Золотое для нас время, Калина. Ох, золотое. Я же велел ей не выходить из дома. Стоять, милиция! Анна в опасности. Вы можете, наконец, это понять. Полагаю, Николай Александрович, у вас есть какой-то план. Господа, товарищи, премьера многосерийного фильма с понедельника после программы «Время». Нам нужна ваша помощь. Ну, что скажете?